угледобывающий карьер. Его еще называют разрез. Гигантская яма в земле, уходящая вглубь на сотни метров. С тех пор, как человек понял, что уголь можно добывать не только в шахте, но и открытым способом, эти разрезы становятся все больше, как и машины, которые там работают. Даешь стране угля. Этот советский еще девиз по-прежнему актуален вот здесь, на Кузбассе. Только в этом карьере каждый день сегодня добывается несколько железнодорожных составов вот этого полезного ископаемого. Но прежде чем добраться до угля, нужно сначала поднять и вывести сотни тысяч тонн пустой породы. Это работа для настоящего монстра. Это работа для Белаза. Добыча угля начинается с так называемых вскрышных работ. Пустую породу, под которой прячется ископаемое топливо, необходимо убрать. Другими словами, вскрыть. Отсюда и название. Чаще всего породу взрывают. Огромный, тянущийся иногда на сотни метров завал из камней горняки называют «забой». Этот термин перекочевал в разрез из шахтерской лексики. Забой направляется экскаватор, который черпает породу, и большегрузные самосвалы. Работа в забое не прекращается ни на минуту. Соответственно, и белазы курсируют по карьеру безостановочно, днем и ночью, без выходных и праздников. Во время пересменки водители даже не глушат двигатель. В итоге получается, что эти неприхотливые и выносливые монстры иногда работают по несколько дней подряд. Более того, зимой, когда температура здесь, в Западной Сибири, падает до минус 45 градусов, самосвалы не глушат неделями. Запустить их на морозе задача не из легких. Но какую же невероятную выносливость должны иметь эти монстры, чтобы выдерживать такие нагрузки? Порода, во-первых, очень тяжелая, во-вторых, очень твердая, в-третьих, у нее острые края. В итоге за несколько лет эти камни истирают кузов Белаза, но чуть ли не до дыр. Так что раз в 4 года этот кузов обшивается новыми листами металла, и все. После этого наш неприхотливый монстр снова отправляется в бой. Грузоподъемность этого самосвала 220 тонн. За одну смену он перевозит от забоя к отвалу столько породы, что ей легко можно было бы засыпать несколько олимпийских бассейнов. Это действительно монстр. С грузом он весит больше, чем Boeing 747. И может в прямом смысле слова свернуть горы. Но как же его делают?
Огромных монстров создают самые обычные люди. Сотни километров от Минска, в небольшом городке под названием Жодино. Теперь местоположение завода гигантов многим кажется немного странным. Рядом нет ни крупных карьеров, куда можно было бы отправить готовые белазы, ни металлургических комбинатов, откуда логично было бы брать сталь для производства этих монстров, ни крупных электростанций, а ведь это производство потребляет огромное количество энергии. Белорусский автомобильный завод построили просто в чистом поле, возле ничем не приметной железнодорожной станции Жодино. Но теперь эта станция – место, где расположен крупнейший в мире и единственный на территории бывшего СССР – завод карьерной техники. БелАЗ-машина уникальная, поэтому большинство деталей для нее не закупаются, а делается прямо здесь. И подшипники, и зубчатые колеса для редукторов. Начиная, например, вот от такого. Это здесь считается очень маленькое. И заканчивая вот таким здоровым, все изготавливают прямо на производстве. Один только механический цех, где делают внутренности для нашего монстра, уже выглядит как отдельный завод. В цехе огромное количество станков выстроены в несколько рядов друг за другом согласно технологической цепочке. Деталь передается с одного на другой до тех пор, пока не будет полностью готова. Эту схему придумали и построили здесь в 60-е годы. В то время было очень энергичной эпохой. Белорусский мотив, песни веска в песне. По всей стране строились заводы, электростанции, прокладывались дороги. Супердержаве нужно было много супермашин. Именно тогда на БелАЗе стали выпускать самый массовый и, наверное, самый знаменитый – 120-тонный самосвал. Такие машины выезжали из ворот цеха буквально один за одним. Это была вторая молодость белорусского автозавода, построенного сразу после войны. Молодость моя, Белоруссия. Сегодня здесь выпускают самосвалы, грузоподъемность которых 220 и даже 360 тонн. Для них нужно новое оборудование и новые подходы к производству. Внутренности этих монстров делают не линейно, как раньше, а в одном месте – на современных 5-координатных станках. По сути, токарю-наладчику нужно всего лишь правильно установить заготовку, а потом компьютер все сделает сам. Дело даже не в том, что этот станок советский и старый, а этот немецкий и новый. Дело в том, что там в качестве режущего инструмента применяется вот такой долбежный резец. За один проход он соскабливает доли миллиметров металла, а здесь применяют вот такую фрезу. Она раскручивается до бешеной скорости, очень тяжелая, кстати. И за один проход снимает столько же металла, сколько долбежный резец за несколько сот движений. Одна из самых ответственных деталей самосвала – шестерня. Она передает движение от одного вала к другому. Шестеренок или зубчатых колес в самосвале очень много. Поэтому от точности и быстроты изготовления именно этих деталей напрямую зависит производство всей машины. После того, как готовая деталь снимается со станка, ее отправляют в измерительную лабораторию. Каждая деталь здесь проходит строгий выпускной экзамен. Специальный щуп с искусственным рубином на конце действительно общупывает изделие и сверяет его параметры с теми, что заложены в электронном чертеже компьютера.
Только если отклонение в пределах нормы, то есть составляет какие-то сотые доли миллиметра, деталь получает аттестат зрелости, в смысле сертификат соответствия. Теперь в жизни этой шестеренки-выпускницы начнется самое интересное. Впереди ее в буквальном смысле ждет огонь, вода и медные трубы. Как известно, чтобы быть здоровым и крепким, нужно закаляться. Так вот, к металлу это утверждение тоже относится. После механической обработки наши шестерни все еще относительно, конечно, мягкие. Ну, иначе мы просто не могли нарезать эти зубья. Так вот, чтобы шестерня стала твердой, ее нагревают вот в этой печи при температуре 950 градусов, а затем резко опускают в холодную воду. Такой вот получается сауна-эффект. В общем, у нашего монстра все как у людей. После закалки зубчатые колеса отправляются на сборочный конвейер. Впрочем, не все. Некоторые экспериментальные шестерни идут в специальный цех. У них незавидная, но весьма почетная функция. Им придется пожертвовать собой ради создания новых механизмов и машин. Все новые детали для БелАЗа обязательно проходят испытания вот здесь, в так называемом экспериментальном цехе. Здесь над ними жестоко издеваются, ну, то есть проводят тесты. Сжимают, растягивают, проверяют на прочность, износостойкость и так далее. В общем, прежде чем вот такая, например, шестеренка пойдет в серию, здесь беспощадно уничтожат примерно сотню таких прототипов. Горняки требуют от карьерных самосвалов все больше и больше грузоподъемности. Поэтому конструкторам приходится придумывать все новые и новые технологические решения. Металловедам постоянно изобретать инновационные материалы. Экспериментальный цех БелАЗа без преувеличения находится на острие прогресса. От идеи до внедрения здесь проходит всего несколько месяцев. Когда-то внедрение нового принципа работы этого самосвала само по себе стало технической революцией. Ведь, по сути, монстр БелАЗ работает на электричестве. Точнее, имеет электромеханическую трансмиссию. Раньше, да и сейчас, почти у всех грузовиков крутящее усилие передается к колесам через распредвал. Но здесь усилия такие, что коленчатый и распредвалы должны были стать просто гигантскими, а значит тяжелыми. И значит, им потребовалось бы передавать еще большие усилия. Получается замкнутый круг. Тогда конструкторы решили избавиться от этих валов. Совсем. БелАЗ — это гигантская движущаяся электростанция. Он сжигает солярку, вырабатывает электрический ток и передает его по проводам к электродвигателям, которые установлены прямо на колесах. Они и приводят в движение всю эту махину. Рядом с этим монстром начинаешь как-то иначе воспринимать саму фразу «дом на колесах». Вот эта машина действительно больше напоминает двухэтажное здание. Есть даже лестница, можно сказать, балкон. Ну и, как водится, на фасаде висят кондиционеры. Многие думают, что это фары. Нет, на самом деле это всего лишь воздушные фильтры. Через эти фильтры монстр БелАЗ вдыхает сотни кубометров воздуха в минуту. Так он вентилирует свои двигатели. В угольном разрезе всегда очень пыльно, поэтому замена фильтров – одна из самых частых и самых необходимых технологических операций, которые проводят с этим монстром. В остальном он, на удивление, неприхотлив. В
разрезе в Западной Сибири за тысячи километров от Белоруссии жодинские белазы продолжают свой челночный бег от забоя к отвалу и обратно. Любая поломка такого монстра может остановить работу половины карьера. Поэтому за состоянием белазов круглосуточно в режиме реального времени следят в специальном ситуационном центре. На экран выводятся все параметры каждой машины. Местоположение, загрузка, запас топлива, даже температура двигателя. Диспетчер в любой момент может отследить неисправность, если такая вдруг появится, и связаться с водителем, который в этот момент находится в кабине. Команда Е50, рейс передаем. Принял. Кабина, надо сказать, очень просторная. Правда, о таком понятии, как эргономика, конструкторы БелАЗа, видимо, не слышали. Впрочем, здесь это и не нужно. А так, ну, все как в обычном автомобиле. Приборная панель, бортовой компьютер, климат-контроль, даже прикуриватель есть. И вот еще что любопытно. Здесь три педали, но на самом деле это не сцепление. Здесь коробка-автомат стоит. У этого монстра две педали тормоза. Одни тормоза основные, другие аварийные. Кстати, редко, но все-таки бывают такие случаи, когда отказывают и те, и те. Чтобы избежать катастрофы, все дороги в карьере с одной стороны обязательно отсыпаны вот такими искусственными горами из пустой породы. Если что, водитель просто направляет машину в это препятствие. БелАЗ упирается в него, как бык в калитку, и останавливается. Причем после такого на его бортах даже вмятин не остается, ведь корпус его сделан из высокопрочной легированной стали. Ее можно разрезать только плазменным, либо высокотемпературным газовым резаком. Участок газовой резки чем-то напоминает раскроечный стол у портного. Только вместо ножниц здесь пламя высокой температуры, а вместо ткани вот толстенный лист прочнейшей стали. Двигаясь по особым лекалам, газовая горелка вырезает детали абсолютно любой формы. Называется все, что модно и актуально в этом сезоне. Детали идут в дальнейшую обработку, а так называемая обрезь отправляется в переплавку. На соседнем участке происходит подготовка огромных стальных листов к сборке кузова для самосвала. Это место я бы назвал участок оригами. Но только листы здесь не из бумаги, а из толстенной стали. А в остальном все то же самое. Заготовки сгибают определенным образом, чтобы получить нужную фигуру. Ну, сгибают, конечно, не просто так, с помощью вот этого огромного пресса. Его усилия, страшно сказать, 1000 тонн! Согнутые определенным образом листы затем соединяют друг с другом на очень больших сварочных автоматах. Причем кузов на заводе не собирают полностью. Он бы просто не поместился ни на одну железнодорожную платформу, и его было бы невозможно доставить на разрез. Самую большую деталь БелАЗа делают сборной из трех частей.
Левый порт, правый и центральную часть изготавливают отдельно. Заказчик затем уже сам собирает их в одно целое прямо на карьере с помощью обычных болтов. Вот эта деталь, которая больше напоминает огромный колокол, на самом деле всего лишь крышка редуктора, которая становится на каждое колесо БелАЗа. В общем, у этого монстра все очень большое. Даже измерительный инструмент просто угрожающих размеров. Вот так, например, выглядит микрометр токаря. В угольном разрезе Западной Сибири проблемы. Внезапно остановился один из 220-тонных БелАЗов. Диспетчер видит это на экране интерактивной карты. Он пытается выяснить, что случилось. Вечер автобазы. Почему он на 246 стоит? У гигантского самосвала неполадки с ходовой. Каменный валун затянуло между колесами заднего моста, и он их заклинил. Убрать его, в общем-то, не проблема, но, возможно, он повредил покрышку. Чтобы это проверить, БелАЗ срочно загоняет в бокс. В ремонтном боксе техники осматривают машину. Тут подтверждаются худшие опасения. Этот монстр дальше работать пока не может. Одно из его колес необходимо заменить. Проблема колеса оказалась вот в этом порезе. Кусок горной породы своим острым краем попросту рассек протектор до самого брейкера, очень глубоко. Вот я сейчас покажу. Сантиметров 5. Эту покрышку нужно срочно отправлять в ремонт, иначе она может разрушиться. А разрыв такого колеса – это как взрыв снаряда. Говорят, после этого остается воронка глубиной в полметра. Комплект резины для этой машины стоит около 100 тысяч долларов. Поэтому даже изношенные покрышки не выбрасывают. Их латают прямо на разрезе. Отправлять колеса на ремонт обратно в Белоруссию было бы слишком накладно. Колеса для БелАЗов делают на другом белорусском заводе – в Бобруйске. Его специально построили, чтобы снабжать покрышками тяжелую карьерную технику. Колесо 220-тонника – продукт, можно сказать, штучный и поэтому почти handmade. При
создании так называемого «браслета» — резиновой основы будущей покрышки — листы синтетического каучука подгоняют друг другу руками. Слой за слоем рабочие наращивают основу покрышки. Здесь применяется несколько различных сортов резины с различными свойствами. После вулканизации все они спекутся в однородную массу, а пока браслеты один за одним одеваются на полую болванку. Чтобы, не побоюсь этого слова, натянуть каждый следующий браслет на этот барабан, здесь есть специальное устройство. Оно называется расширитель. Ну, как понятно из названия, вот вы сейчас можете видеть, он просто растягивает нашу заготовку, после чего надевает ее на этот барабан, как женский чулок на ногу. Края каждого следующего браслета особым образом заправляются в боковины заготовки. Здесь же в торцы будущего колеса устанавливают так называемые крылья. Диски из особо прочной стали, которые потом будут удерживать колесо на ступице. В итоге получается резиновая труба, которая станет внутренней основой покрышки. Теперь на нее нужно нанести внешний слой особо прочной резины. Той самой, которая после температурной обработки превратится в протектор покрышки. Для этого специальную смесь каучуков расплавляют и перемешивают в устройстве, чем-то напоминающем мясорубку. И через так называемый экструдер вытавливают уже в виде тонкой полосы. После этого резиновая полоса немного остужается вот на этом барабане, здесь внутри вода, и передается дальше. В итоге она наматывается вот на эту болванку, как нить на веретено. Кстати, вес этой нити больше тонны. А вес всего колеса в сборе около 3 тонн. Толщина резины 1,5 сантиметра, ведь покрышка этого монстра должна выдерживать самые невероятные нагрузки. Чтобы превратить вот эту резиновую трубу в заготовку по форме, уже напоминающую автомобильную покрышку, ее формуют. То есть сжимают с двух сторон и одновременно накачивают воздухом. Примерно то же самое мы делаем, когда надуваем резиновый воздушный шарик. Но только здесь давление внутри чуть-чуть побольше, примерно 3 атмосферы. Примерно такое же у нас дома, в батареях. После формования заготовка уже приобретает внешний вид, близкий к будущему колесу. Однако сейчас это просто слоеный пирог из различных сортов технической резины и стальной проволоки. Причем пирог довольно мягкий. Чтобы колесо смогло выдерживать массу огромного белаза, его нужно вулканизировать. Это происходит в огромных печах, которые называются автоклавами. Все мы представляем себе формочки для песочного печенья. Ну вот здесь примерно то же самое, только немного побольше. В конечном итоге на покрышке отпечатается вот этот рисунок протектора и даже эти надписи, ну понятно, здесь они как бы в зеркальном отражении. А так все как на кухне, но только вес этой печененки 3 тонны 300 килограмм. С химической точки зрения во время вулканизации происходит выстраивание разрозненных молекул каучука в единую пространственную сетку. А соединяют эти молекулы так называемые агенты вулканизации. Чаще всего это углерод, то есть обычная сажа.
В автоклав колесные заготовки загружаются стопкой одна на другую. Сверху шахта печи закрывается многотонным кожухом, и все. Теперь остается только ждать. Процесс занимает часов 12. Готовое колесо тщательно и придирчиво осматривают, выискивая малейшие дефекты. Причем контроль не только визуальный. Каждую покрышку просвечивают рентгеном. Она должна быть идеальной и внутри, и снаружи. Только в этом случае колесо сможет отработать годами и многократно возвращаться в строй даже после глубоких повреждений. Как это произошло на западносибирском угледобывающем разрезе. После ремонта колесо выглядит вот так. На место пореза просто наложили такой своеобразный пластырь, заплатку из особо прочной резины. У меня вот есть образец, я как ни старался, так и не смог его порвать. Так что теперь эта покрышка без проблем отходит еще несколько тысяч километров. Фу-фу-фу, чтобы не сглазить. Отремонтированное колесо тут же одевают на ступицу, и БелАЗ снова выходит на линию. Бешеная гонка нашего монстра со временем продолжается. Абсолютный рекорд времени, за которое на автомобиле можно поменять все колеса, 2,5 секунды. Он был установлен во время гонок Формулы-1 на пит-стопе. Но здесь на БелАЗе тоже ставят свои рекорды. Вот это колесо в сборе, оно весит около 5 тонн, устанавливается всего за 10 минут. А здесь, между прочим, 24 гайки диаметром 41 мм. Гайковерт создает усилие в несколько сот килограммов. Кстати, колеса в цехе устанавливают только для тестовой обкатки машины. Ведь к заказчику огромный самосвал поедет в разобранном состоянии. Одни только покрышки занимают целый вагон. Тормоза у БелАЗа дисковые, можно сказать, самые стандартные автомобильные. Две пары колодок, при нажатии на педаль тормоза колодки сжимают вот этот диск и таким образом останавливают колесо. Но поражает усилие вот этого самого сжатия. Несколько тонн. Чтобы остановить такую махину, нужно потратить очень много энергии. Впрочем, еще больше энергии нужно, чтобы заставить это колесо вращаться. Движение к нему передается через огромный редуктор. Он устанавливается на каждом колесе между электромотором и ступицей.
Его задача – увеличить крутящий момент. Другими словами, он превращает скорость вращения в силу вращения. Редуктор собирают вот здесь, на специальном стапеле. Тут в его корпус устанавливают шестерни, валы, подшипники, ну и так далее. Причем точность сборки настолько высокая, и все детали подогнаны друг к другу настолько идеально, что, например, вот это зубчатое колесо, его вес больше 100 килограммов, можно безо всяких усилий прокрутить одним пальцем. Два тяговых электродвигателя БелАЗа, на которые устанавливаются эти редукторы, потребляют 1400 киловатт. Этого электричества хватило бы, чтобы зажечь 23 тысячи лампочек. Таким количеством энергии машину снабжает огромный дизель. Сердце нашего монстра – вот этот очень мощный двигатель. Хотя принцип его работы такой же, как в обычном легковом автомобиле. Он внутреннего сгорания, цилиндры установлены V-образно, но только здесь их побольше – 16 штук. И объем каждого из этих 16 – почти 4 литра. Раньше двигатели делали здесь же, в Беларуси. Сегодня их закупают в Германии и США. Одной маленькой стране тяжело создать такую большую машину. У этого завода теперь множество поставщиков по всему миру. При этом грузовик БелАЗ во всех смыслах вывозит белорусскую экономику. Если вы считаете, что ТО вашего автомобиля слишком дорогое, то имейте в виду, техническое обслуживание этого монстра обходится примерно в 100 тысяч долларов в год. Впрочем, ничего удивительного, например, чтобы осмотреть двигатель и моторный отсек, недостаточно просто открыть. В него нужно еще и залезть. Надежный и простой, безотказный, как автомат Калашникова, этот самосвал может годами работать в самых тяжелых условиях. На угольном разрезе в Западной Сибири и еще на сотнях карьеров в десятках стран мира это прекрасно знают. Он немного неповоротлив, в нем нет изящества и грации, он почти всегда грязный и невероятно прожорливый. Но он добывает уголь. Это монстр с очень брутальным характером. Но он несет нам свет и тепло.